Возможна ли мобилизация в Молдове? Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что необходим тщательный анализ и при реальной необходимости будет проведена частичная мобилизация в целях подготовки армии и повышения ее способности реагировать на угрозы. Молдавская армия насчитывает около 6 тысяч военных, из которых 2 тысячи – солдаты срочной службы. Министр также отметил, что молдавская армия обеспечена достаточным количеством военной техники, но вся она устаревшая. Большую часть техники стараются поддерживать в надлежащем состоянии, а вот система ПВО устарела настолько, что даже не зафиксировала пролетевшие 10 октября над Молдовой российские крылатые ракеты.